Добрый день, девочки-рукодельницы. Хочу я сделать новогоднюю открытку. Подобрала ниточки. С кем показывать не буду. Сама еще не знаю, что у меня тут получится. Какая новогодняя открытка? Не знаю. Делаю я открыточку новогоднюю. Вышивку закончила. Обшила бэкстичем, сделала глазки, носик. Вот такой замечательный мне получился веселый Дед Мороз. Теперь я подобрала картон. Взяла красный поярче, все остальные картоны какие-то были темноватые. Вырезала окошко. Вот у меня картоночка. Я вырезала окошко здесь. Прорезала прорези, сделала. И вставила ленту новогоднюю. Думаю, хорошо будет смотреться. Здесь у меня будет вышивка в окошечке. Но сейчас я еще придумала. Здесь маленько еще обошью немного бисером. Ну и поделюсь, конечно, с вами своим результатом. Так, сделала я открыточку. Сейчас, наверное, уже больше ничего не буду добавлять. Пока у меня вот так все выглядит. Осталось мне сейчас все аккуратно приклеить. Добавила я здесь ленты, обшила бисером. Сделала звезды на небе. Так, внизу у меня елочки. Обратную сторону сейчас я приклею. И на обратной стороне у меня будет желтый цвет. Еще добавлю, наверное, я синтепон на вышивку. Так, здесь я подпишу handmade. В общем, не знаю. Я первый раз делаю открытку. Не знаю. Как делать, я с ней уже вожусь 2 дня. Не считая вышивки, в общем, не знаю, что придумать. Делаю из подручных материалов, что имеется у меня дома. Так что, девочки, кто получит эту открыточку, сильно меня не ругайте. Вот и свершилось чудо. Я сделала открыточку. Все приклеила клеем. У меня клей есть мастер. Он прозрачный, почти без запаха. Приклеила ленточки, елочки. Ну, вот что получилось, то получилось. Это первая моя открыточка. Никогда я такие открыточки еще не делала. Ну, надеюсь, понравится. Это моя открытка новогодняя. Тому, кому она достанется. Ну что же, поздравляю вас с наступающим Новым годом, девочки. Радуйте себя. Делайте прекрасные подарки. Открытки, вышивки, картинки. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.